Итак, ребятки, опустим распаковку из большой коробки, потому что это было смешно. Там реально огромная коробка, внутри коробка, дальше коробка. Короче, у нас на столе AirBuds 10 Pro от компании Blackview. Они заявляют, что у них новейшая технология передачи звука четко в ваш ушной канал, минуя улицу, и все будет круто. Будете слышать якобы только вы. Ну, как это может быть, мы проверим. И тут, наконец-то, есть шумоподавление. 36 часов воспроизведения и защита от воды по IP68. Это во. Проверим, узнаем. Ну, посмотрим. Для начала. Коробка компактная, обыкновенная. У компании Blackview такие часто бывают. Ничего нового в этой упаковке мы не видим. Блин, не захотела по кругу порваться. Придется еще раз подцепить. Ну что? Первое. Нас встречает конвертик, в котором лежит провод для зарядки Type-C и инструкция. Микрофон, заметьте где. Индикаторный диодик тоже там. И... короче, все круто. Так, если хотите спросить, почему я смотрю на английском, потому что это проще. Вот вам по-русски, пожалуйста. Инструкцию советую на паузе почитать, потому что это будет значительно. Одно касание, двойное касание, тройное касание. Это когда с двумя ушами, когда ухи по отдельности. Ну что, надеюсь, все хорошо будет. Опа, вынимаем. Опа, они весят. То есть аккумулятор там реально. В коробке больше ничего нет. Увесистый. Прикольно. Та-дам. И сразу все загорелись. Круто. И реально сеточка с этой стороны. Ну что. Во-первых, подождите. Вопрос. Как они у нас определятся? Открываем Bluetooth. Та-дам. И смотрим, появится. Появились. AirBuds 10 Pro. Устанавливаем соединение. Добавить. Контактам им доступ нафиг не надо давать. И заряд 100%. Круто. AAC в наличии. Вау! Многим это уже хорошо. У многих отлегло. Далее. Изучаем. У нас в наличии какая-то надпись. Ну, я думаю, кто хотел, прочитал. Кто не хотел, сейчас помогу. О как. Кто не хотел прочесть, все равно прочтет. Charging case, powerbank, 5 вольт, 550 миллиампер. Ну и так далее. Кто хотел, тот все почитал. Отъезжаем обратно. Зум нам больше не нужен. Теперь дело усложняется. Нужно попасть так, чтобы вы видели мое ухо. Ну, чтобы я тоже видел свое ухо. Так, фонарик убираем. И будем смотреть, как это дело все вгромождается в уши. Вот. Левый. Ставим. Прижимаем пальцем. И обводим вокруг уха. Я так понимаю. Ну и реально никуда ничего не зашло. Сейчас. Правый тоже. В ухо ничего не попало. Сейчас покажу ближе, чтобы вы видели. То есть вот они просто висят. Так, подожди. Вот. Никуда не падают. Так. Зеркало потерял. Ничего не происходит, на удивление. Почему белые, не знаю. Что-то у меня мания в последнее время на белые наушники. Так, теперь пробуем. Где у меня, увидите-то? Вот. Они у нас подключены. Пробуем музончик включить. И посмотрим, кто это будет слышать, а кто не будет. Слушайте, я реально слышно нормально. А как они это делают? Так, а я правильно хоть сделал?
Слушайте, желание реально в уши их запихать. И даже басы есть. Так, а снаружи интересно слышно? Так, дайте мне еще один смартфон. Сейчас я им звук запишу себе. Я не знаю, слышите ли вы, но я слышу очень хорошо. Так, пауза. Теперь для себя воспроизведу. Слушайте, а слышно тихонько? Я не знаю, слышите ли вы, но я слышу очень хорошо. Прикол. Слушайте, ребята, реально? То есть, реально Блэки как-то это сделали, что наушники играют так, что слышите их только вы, но при этом в уши у вас ничего не входит. Хотя нет, почему только вы? Чуть другие тоже слышат, но буквально чуть-чуть. Ребята, это что-то новенькое. Короче, на этом деле, я думаю, видео надо сразу завязывать. И дальше ждать отзывы. Первично пока звук мне понравился. Даже очень. Это что-то новенькое ребята сделали. То есть реально через воздух, не касаясь, ничего внутрь туда не входит. Вот могу палец засунуть, доказать, что в ухе ничего нет. Правда, они почти свалились в этот момент. Не надо пальцы все-таки засовывать. Получилось, что довольно-таки хорошо звучит. Так, а зомби-метал этот... Берем мой зомби-метал и проверяем на нем. Обалдеть. И в уши ничего не входит. И как они это сделали, ребята? Ну это жесть. Ладно, на этой ноте все, завязываем. Я изучаю. Второе видео, надеюсь, будет быстро, потому что... И, кстати, опа, я себя плохо слышу. Ага. Включился голосовой помощник на двойное касание правого уха. Все равно голосовой помощник. Один – это плей-пауза, наверное, да? А где касаться-то? Ага. Громкость, одиночное касание, минус слева, плюс справа. Двойное, это пауза, я так понимаю. Только не быстрая, да? Или быстрая, наоборот? Нет, быстрая. То есть сразу там... Все, встал на паузу. Это начало. Нет, голосовой помощник все равно вылезает. Ладно, изучу управление. Хотя вы на самом деле можете вернуться назад и почитать в тексте, как оно там управляется. Это я все показывал. Так, опять голосовой. Блин, я все путаю. Одиночное нажатие, все, пауза. Нет, это громкость. Ага, левый это пауза и плей. Правый это голосовой помощник. Двойное касание. Так вот, обязуюсь рассказать все в ближайшем будущем, но пока замечу одно. На ушах висят так, что вообще не мешают. Звук, на удивление, хороший, потому что у меня были, на самом деле, такие маленькие наушнички, которые как бы не мешают. Но, господа, я первый раз вижу, чтобы они реально вот так висели, не касаясь даже ушной раковины, и в ухо все равно вещали музыку довольно-таки хорошо. Спасибо всем, кто был здесь. И если кто хочет приобщиться к новаторству, потому что я лично такого точно не видел, компания Blackview для вас это сделала. Можете сейчас заказывать. Как я знаю, началась продажа, что ли, этих наушников для всея мира буквально недавно. 10 апреля 2023 года. Круто. Мне понравилось. Зачет. Всем пока.